Предложение проводить единый день велопарадов было озвучено на совещании в Министерстве транспорта Российской Федерации в сентябре 2015 года. А в качестве единого дня проведения велопарадов было выбрано последнее воскресенье мая. В этом году он прошел 26 мая. Десногорские мероприятия с каждым годом привлекают все больше новых сторонников. Солнечным воскресным утром у памятника «Ангел мира» собралось около сотни любителей прокатиться с ветерком. Работников городских организаций, школьников, людей старшего поколения, а также представителей городской администрации. В этот день велосипедная эпидемия захватила всех. Стройной колонной участники отправились в путь по улицам города с дальнейшей остановкой в Атом-парке. Важной частью праздника было открытие велосипедной кросс-кантри трассы. Сообществом велосипедистов города во главе с Дмитрием Якименко велотропа была обустроена в кратчайшие сроки и уже готова принять всех любителей велосипедных прогулок. Торжественности празднику добавило приветственное слово одного из участников пробега, главы Десногорска Андрея Шубина. Дорогие друзья! Но я думаю, что сегодняшний наш небольшой велопробег всем понравился. И мы с вами сейчас плавно перейдем на экстремальную толпу. Маршрут велотрассы пролегает по всей территории парка и подходит для катания велосипедистов самого разного уровня подготовки. Это первый шаг в реализации интересного и амбициозного городского проекта под названием «Атом-парк». Мы очень надеемся, что тем, чем мы занимаемся, вместе с администрацией, вместе с нашими городскими сообществами, очень полюбится всем вам, всем нашим жителям. И эта территория будет жить, будет процветать, и мы для этого будем прикладывать все усилия. Благодаря взаимодействию инициативной группы и жителей, в скором времени лесной участок в черте города станет комфортным, светлым и безопасным местом отдыха горожан. А традиция велосипедных парадов будет продолжена и дальше. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.